Asterix and Obelix! Slap them all, too! Придадив еще пару освежающих саженей, наши галы забираются на борт римской галеры. Ох уж и галы. Римская галера. Смертный приговор гладиаторам на галере, что ли? Так. Куда сюда? Кейл Айвинс. Ой. Ой. Блин, а как тут драться? Я забыл. Ой-ой-ой. Угу. Ой-ой-ой. Твою мать. Да ё-моё, подзабыл. Твою мать. Ах, да блин. Сдох я, походу, да? Да. Фух, это было тяжеловато. Так. Так, он прыгает, ага, ну понятно. Эй, на палубе вы не могли бы последовать за кораблем, что виднеется на горизонте? Никак нет, нас ждут на играх в Риме, а это в другой стороне. Понимаете, наше дело не терпит отлагательств. А я говорю, что это невозможно. Ладушки, остается только одно. Так, парни, бросаем галов за борт, хорошая выйдет тренировка. Надеюсь, гладиаторы умеют плавать. Ого. Туда-сюда, туда-сюда. Просто бегаем. Все. Вот достали. Оп. Две бочечки. О, курочка, давай, жри ее, жри. А вы задолбали, насколько вас еще? Не бейте слишком сильно, прошу, нам еще в играх состязаться. Разумеется, но это уже зависит от вас. Сколько ж вас мочить-то надо, а? Да они идут и идут, вы что, задрачиваете? Твою мать, с головы прописали. Кто тут прописал? На тебе. Давай высадим римлян и поскорее отправимся дальше, обелиск. Гав-гав. Парус на горизонте. Превосходно, наконец мы нагоним этого воришку, и тогда мы сможем накрыть всю шайку. Победа. Следующий уровень. Чтобы обелиск отмутузил схваченного врага, нажмите Z или X. Через несколько часов погони наши друзья прибывают на Великий Север, в земли могучих викингов. Ваши, наши. Здесь только айсбергов, что столкновения не избежать. Дальше придется идти пешком. Ты не забудешь, где мы оставили галеру? Крайний север, скользкая дорожка. Так, я снова за толстяком. Вон там, это же тот вор. Да, кстати. Гуди, гуди, гуди. Тут уже новые персонажи. Так, я так понимаю, ему нельзя давать стрелять с лука. Римляне здесь, на северном полюсе, да? Так, бочка, бочка, бочка. Ну, бери яблоко. Бочка. Так, бери. Правда, нам не нужно, но все же бери. Нам сюда вверх, да? Разбитый корабль. Оба-на. Да, сколько вас? Ужас. Как муравьи. Поскакаем, поскакаем. Как хорошо, на Великом Севере здесь только римлян. Интересно, откуда они взялись? Я тоже об этом спрашивал. И не понял, откуда они тут взялись, когда тут холодно. Ой, да сколько ж вас, елки-палки. Ну просто как тараканы лезут. Или как прусаки. Тараканы, прусаки. Ля-ля, ты посмотри на него. Ничего себе. А так не хочешь? Слушай, ничего себе они юркие. Не, нормально вообще. Слушай, они отняли половину, даже больше, чем половину жизни. Ни хрена себе. Интересно, где пропадают наши разведчики? Наверное, они опять прорвались под воду, направлялись. Надо ходить по льду на сандалиях. Еда была нужна. Все, нет, ты посмотри какой живучий. Фух. Это было тяжело. Ах, не подобрал. Здесь так темно, надо было взять факелы. Да, мы будем сквозь мингир пытаемся смотреть. Да, мы будто сквозь мингир пытаемся смотреть. Не знаю, что такое мингир. Не отходи далеко, Обелиск. Эй, Астерикс, мы, кажется, ходим кругами. Я уже видел этот валун. Чтобы Обелиск отмутузился... А, ну это я уже читал. Несколько очень долгих часов ходьбы спустя наши герои наконец-то выходят из пещеры. Надеюсь, в ближайшее время нас не ждут никакие пещеры. Я уже думал, что мы вечно будем плутать по тьме. Не переживай, в окрестностях их должно быть не так много. В лучшем случае мы пойдем в обход. Это наверняка будет быстрее. Романские утесы, с ними пещерный гал. Опять враги. Да сколько ж вас, ё-моё. Никак нас не оставит в покое, пожалуйста. Погодите, это не викинги, всего лишь парочка галов, с ними справимся, будет проще. Да, справимся. Какие огромные снежинки, надо быть осторожнее. Куда ты его выкинул, идиот? Ну ладно. Чёрная пещера. Вперед, Индефикс, веди меня. Блин, пещера это такое себе. Ну, конечно, в пещерах кто может быть пещерами? Да, о, эти, римляне. Не понял, о чем мне туда показывают эти? Обратно выходить? Ну да, обратно выходить. Стоило заходить. Тапки остались, что ли? Что мы подобрали, не пойму. Да сколько ж вас? Нет, не сюда. Куда вниз? Куда вниз? Не понял. А, все. Тут нет моста? Ой, а что здесь? Кстати, замерз. Походу. Ого, нифига себе он его запустил. Нормально так, первый раз такое вижу. Интересно, забавно. Как тебя лестница выдерживает? Куда идти? А тут я смотрю бочечки. Это еда. Подбирай. Побежали. Оба-на! Злодей! Уф, мне больше нравится гоняться за Туповиксом. По крайней мере, тогда не нужно было лезть в гору. О! Здоровики, это что-то новенькое, викинги, короче. Гигантские викинги. Ну, все по степени своей одинаковые, в принципе. Что викинги, что эти самые римляне. Ну, только боссы, наверное, чуть-чуть отличаются, и все. Наверх. Там еще можно было... Ну ладно. А, да. Тогда, наверное, туда и пойдем. На-на-на-на. Давай, залазь. Все выше и выше. Самое большее здесь римлян. Запускать тонны, конечно, круто. В космос, блин. О. Сзади рейкинг идет. Все, посыпался. Викинг, так. Беги, беги. Так неудобно тут. На джойстике все-таки лучше играть, а на клавиатуре играй, это ужас. Это ужас. Не, сюда ты не забираешься. Что это за сборище такое? Почему я? Так, те не участвуют, да, в драке? Или участвуют? Все? Слава тебе, Богу. Так, лесенка открылась у нас. Залазим. Ого, несется. Ну ты псих, однако. Босс! Ты не пройдешь, вас не в списке. Да ладно, вы плохо посмотрели. Ого! запустил в космос. Но они медлительные, конечно. Он только замахивается уже. Вот эти вот немедлительные заразы. Сколько времени мы потратим на формальности, да? Смотри, Астерикс, деревня викингов, как думаешь, мы встретим здесь наших знакомцев, да. В прошлый раз они так и не поделились рецептом кабанятины со сливками. К тому же интересно, имеют ли они отношение к нашей истории? Ну, за такое, да. Наши друзья вскоре столкнутся с холодным приемом викингов, которые слишком любят нежданных гостей. Хорошо, мы готовы. Не слишком любят. Деревня викингов, воровство викингов, да-да-да. Видели мы ваших викингов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подать мне викингов. Ладно, еще одна. Я остановлюсь. А что еще одна? А, он же варюга. Так, давайте, давайте, давайте. Ложимся. Вверх нам надо идти, я хотел туда. Запускаем викингов в космос. Запустили викингов в космос. Так, бочка. Тут кроме золота ничего такого. Что нам вверх не показывал? Ой, вот эти противные. Это хорошо, что их надо сразу быстро мочить, потому что реально задал будет. Ага. Так грозно вышли и так быстро пали. Он не попадает, когда посередине стоит. Ого. Ну ты попёр. Здесь все на волоске. Ух ты. Не показывает, что я слышал. А, мне показалось, что я что-то слышал. Да-да-да. Это показалось, старичок. Сейчас ты познакомишься... Ух ты ж, твою мать. Насиратель меня ударил. Да задолбали вы. Сколько ж вас. Подожди, надо с бочками разобраться. Тут столько бочек, что ужас. Да, и все золото, а еда, не? Нет, только золото. Бочки с золотом. О, еда. Так, там еще мячочек желтый золотом. Так, подожди, тут еще бочки. Бочки, еда. Теперь можно идти со спокойной душой, как говорится. Это посмотри, вот он стоит и не попадает посерединке. Фух. Утомительно. Главное, они не хотят заканчиваться. Подходите, давайте. Что ты обходишь, скотина? Так, вот этих сразу надо мочить. Запустил. Тихо. Бочки. Так, запустил кого-то. Ну вы задолбали, реально. Подожди, бочки, забываю. Что-то есть, но золото. Не, ну тоже неплохо, наверное. Зачем-то, что он собирает их. Чисто так, очки. Ачивка. Иногда не нужно. Иногда нужно. Так как иногда вот нормально проходишь, иногда, блин, зажимают, ты все, ничего не можешь сделать. Вот, тут пиршество. Ага, наконец-то. Он остановился. Да. Ох, клянусь, Тифтатом. Это же Тиман Дахав. Узнаешь? Вот это имя. Да, и он говорил с нашим воришкой. Кажется, мы только что нашли таинственного нанимателя. Да. Давай поскорее схватим его и назад. Я уже проголодался. Будем их буцать, пока они не сдохнут. Выкладывай, Олаф Тиман Дахав. Жальтесь, жальтесь, вы меня пугаете, я немедленно отплываю. Сначала расскажи нам про своих сообщников в Летиции. Это дело рук римлян по имени Светособиратикус. Он нанял меня, чтобы отомстить Риму. Римлянин? Да. Он обещал мне землю в Галлии, если я помогу не свергнуть Цезаря. А, не свергнуть. Типа, здесь ничего не растет, знаете ли. Так что мы грабили помаленьку, ничего серьезного. Не свергнуть Цезаря, сумасшедшие викинги, достаточно его немного подтолкнуть. Погоди, Обеликс, где находится этот римлян? Он с Аквилой в тех горах. Не бейте меня, пожалуйста, голова уже кругом идет. Так, погоди. Астерикс, Обеликс и Дефикс готовятся к восхождению по крутым склонам северных земель, приближаясь к концу своего приключения. Ну и отлично. Гора Аквила брошена. Ой, ну тут как всегда римляне сейчас будут, это понятно. А, ну а тут уже эти бандиты. Ой, такие противные, это ужас. Вот эти, они не дают мне вообще. Вот тут самые сложные, вот эти самые сложные. Блин, еды нету, плохо. Вот разбойники самые, что ни на есть, тяжелые. Блин. Скотины. Плохо, что с них яблоки не выпадают. Бочка. Еда. Это хорошо. Значит, их надо зажимать сразу, блин. Может, тогда будет толк. Не давать, короче, им вообще ничего делать. Подожди, подожди, бочка. Нельзя пропускать бочки. Хоть у меня и целое здоровье, но бочечки нужны. Угу. Запускаем, запускаем, блин. Давай, давай, давай. Где до этого давай? Самого, блин, этого лимать. Есть такое. Блин, ну он задолбал. О, нет, он снова убегает. Это уже как минимум какой-то там раз. О, полетел. Полетел. А, блин. А, ёлки-палки. Блин, ну ты посмотри, какие они... этими ножами своими. Да ё-моё, вы что за... Ты посмотри. Да ты задолбал. Ты посмотри на эту... Да я не могу ничего сделать против них. Да зараза! Пошел вон! Блин, жизни вообще, дайте мне... Твою-то мать! Ты посмотри, что творится. Ух, ну хоть чуть-чуть, слушай. Нифига себе они, блин. Злодеи. Подожди, подожди. А, нельзя. А, блин, ну ладно. Ну да, самый жесткий в конце, я так и понял. Самые, что ни на есть, жесткие. Ну, две курочки бы не помешало. А, у меня все, у меня ж полная. Я думал, что половинку. Не, курица полностью лечит, я понял. Стой. Ой, тоже не помешает, да? Ну, ты его словишь когда-нибудь, а? Да что такое? Он сбегает, сбегает. Так, погоди. Угу. Сука. Достал. Так. Куда дальше? А, я думал, надо пробивать стенку, нет? Да сколько ж вас? Опять пещера, ё-моё. Таинственная пещера. Это римлян чокнутый. Вряд ли у него много друзей с таким характером. У него тут список какой-то. Маньячела какой-то. Золота много. Посмотри сюда нам. Господин Светособиратикус, я принес Аквилу. Ха-ха, идеально. Цезарь будет опозорен и потеряет поддержку в Сенате. Осталось только спасти Рим от нашествия викингов, и меня провозгласят следующим императором. Да, господин. Ха-ха, меня сняли с должности сенатора из-за государственной измены, но кто теперь горько пожалеет об этом? Остальные сенаторы, господин. Браво, мой верный друг. Я был уверен, что ты, что этот глупец Туповиксус не справится с задачей. Теперь возвращайся в Рим и будь наготове. Да, господин. Рано празднуешь, римлянин. Нам нужна эта Аквила, чтобы восстановить доброе имя друга. И его сына. Ни шагу дальше, чем бы вы ни были, или я сброшу Аквилу в бездную пропасть. Нет, я так не думаю. Вам удалось выследить меня, но я вам не сдамся. Да сколько ж вас, это ужас! Ты посмотри, я его не вижу ни хрена. Вот зараза. Пошел вон! Вот это самый противный урод. Иди сюда. Какие вы безрассудные, галы. Ты задолбал. Ха-ха-ха, вы никогда ее не получите. Нет, зачем ты это сделал? Моя месть свершилась. Ха-ха-ха, идиот. Хватит, ты пойдешь со мной. Помогите, земля уходит под ног. Нет, ну что ж. Боюсь, все потеряно, Обеликс. Да, Океаникс навечно останется в заточении. Гав-гав. Ах, смотри, Астерикс. Что? Спасите именем Юноны. Какая ирония. Его спасла та самая Аквила, которую он поклялся уничтожить. Ну же, идем, умираю от голода. Завладев Аквилой, наши друзья возвращаются в Летицию, чтобы вернуть орла Юлию Цезарю. Гора, уровень пройден. Конец. Все. Завладев Аквилой, наши друзья возвращаются в Лютецию, чтобы вернуть орла Юлию Цезарю. Гала, вы спасли Римскую империю. Без этой Аквилы я утратил бы свою честь. Не стоит благодарности, Юлия. Мы только хотим, чтобы ты оправдал одни Океаникса и Протопипникса. Да будет так, а тебя, Светособиратикус, боже мой, за предательство я почту местом на следующих играх. Каким местом? Лучшим с отличным видом, в самом центре арены. Смилуйся, благодарный Цезарь, только не к свирепому голодному львам. Славно, пойдем домой, Селикс, деревни, наверное, нас уже заждались. Папа, Протопипникс, сын мой. Я боялся, что больше не увижу тебя. Ах да, Астерикс, Обеликс, спасибо, что восстановили доброе имя моего отца и освободили его. Не за что. Да, мы ничего особенного не сделали. Ну, как вам, Лютеция? По-прежнему наводнена людьми. Не протолкнуться. Ах, это напомнило мне одну песню «Под небесами Лютеции». О нет, ты не испортишь семейного соединения. К столу, дети, кушать подано. Гав-гав! Все, пир на весь мир, все ели, пили, гавкали. Конец истории. Браво! Пройден.